Добрый день или любое другое время суток по вашему выбору. Мы продолжаем увлеченно смотреть сериалы. Вот, и остановились мы, насколько вы помните, на сериале «Лютер», вот, после первого сезона. Вот, начал я его смотреть дальше, и, к сожалению, тут вот случилось то, чего я всегда подсознательно, так сказать, опасался. После бодрого первого сезона, довольно увлекательного, вот, второй сезон превратили в какую-то невнятную фигню, вот, а третий, судя по всему, в ненаучную фантастику. Я продержался до первой серии третьего сезона. Там начали происходить такие вещи, ну, которые уже никак ни с полицейским сериалом, ни с криминальным каким-то фильмом вообще не могут ассоциироваться. Вот, ну и создается такое впечатление, что после первого сезона хорошего, да, то есть начали делать сериал на отвали, почему-то, зачем-то убрали вот героиню Рут Уилсон, да, то есть грохнули Индиру Варму, то есть и, грубо говоря, постоянно начали менять героев, да. Вот. Начали менять героев и начали вводить постоянно новые сюжеты. Ну, грубо говоря, если в каком-то Босхе, да, там 12 серий расследуют одно преступление, то тут в каждой серии новый маньяк, они уже начинают сливаться просто перед глазами. Вот. Плюс меняются постоянно второстепенные персонажи, и как бы ты понимаешь, что, собственно, сопереживать тебе, кроме главного героя Идрис Эльбы, просто некому. Вот. Следить не за кем. Ты не успеваешь с персонажами познакомиться. А главный герой Идриса Эльбы, он не меняется. Вот. Ну и получается такая штамповка, когда уже, ну, просто скучно на это смотреть. Ну, потому что про маньяка ты понимаешь, что его в конце серии поймают, так или иначе. Вот герой останется жив, а вот именно сквозная история, да, которая должна тебя притягивать именно к просмотру сериала, заставлять тебя смотреть следующую серию и следующий сезон, ее она как бы очень слабенькая и неровная. Ну и плюс пошли сценарные косяки просто в стиле 13-летних девочек-сценаристок. Вот, когда там, ну, на экране такое происходит, что в полицейском или криминальном фильме не может происходить никогда. Вот, что переводит кино в разряд комиксов. Вот. Но у комиксов немножко как бы другая логика. И, ну, то есть, а тут одно с другим не бьется. Поэтому после первой серии третьего сезона я выключил. Я дальше не смог смотреть. Скучно. Вот, решил я что-нибудь еще глянуть. И нашел сериал «Крестный отец Гарлема». Два сезона про... Соответственно, Бампи Джонсона, знаменитого. Ну, Бампи Джонсон кто такой? Бампи Джонсон — это гангстер, который тусовался по Гарлему во времена там Лаки Лучано, да, Вито Дженовезе, Дока Шульца, ну, голландца, да, Дача Шульца, вот, и прочих ребят. Принимал участие во всех этих криминальных разборках. Вот. Ну, я подумал, в принципе, тема богатая, может хорошо получиться. Тем более, что в главной роли Форест Уитакер, актер блестящий, вот, который может очень хорошо играть, но может и во всякой фигне сниматься. Это не секрет. Попадались у него не очень удачные проекты. Вот. Посмотрел... Полчаса выключил. По той же причине, что и «Подпольную империю» с Бушами. Ну, потому что мы имеем фан-сервис, причем такой негритянский фан-сервис. Когда у нас есть такой великолепный герой, очень хороший, такой правильный весь из себя Бампи Джонсон. А вокруг сплошные итальянские подонки. Вот. Ну, в общем, смотреть это, мягко говоря, было... Ну, не то, что скучно, а просто грустно, да. То есть никаким хорошим, правдивым, таким жизненным фильмом про мафию здесь и не пахло. Это чисто такой фан-сервис для жителей Гарлема. Ну, понятно, что каждый народ создает своих героев, вот, и американские, афроамериканцы, да, в том числе. И в данном случае вот мы имеем
именно это. То есть то, что я увидел там за то время, когда я посмотрел, мне стало неинтересно. Но тут я решил, что ладно, бог с ним, мы не будем искать чего-нибудь глубокомысленного такого, да, жизненного. Мы обратимся к ребятам, которые уже уж точно умеют снимать развлекательное кино. Вот, по крайней мере, что-нибудь, что будет весело смотреть. Ну и, соответственно, я включил сериал «Каратель» по известным комиксам, там, компьютерным играм. Были фильмы замечательные с Дольфом Лунгреном, старенькие, да? Вот, и вот как только я включил сериал «Каратель» производства Marvel, который точно совершенно умеет снимать развлекательное кино, я понял, что я попал туда, куда надо. Ну, потому что очень правильно сериал снят. Во-первых, длинные сезоны по 13 серий, что сразу говорит о том, что нам будут долго и тщательно раскрывать всех персонажей, то есть мы будем им сочувствовать, за них переживать. Нам будет интересно. И посмотрев 7 серий, я могу сказать, что это ровно так. Ну и во-вторых, когда на третьей минуте там из Эль Пасо грохнули чувака в Хуаресе выстрелом из снайперки, вот, ну, я понял, что у людей есть замечательное чувство юмора. Вот, сам сериал мне напомнил по конструкции сериал «Босх». Он тоже, несмотря вроде вот на такую тематику, да, комиксоидную, очень медленное такое жизненное развитие, да, то есть нас постепенно знакомят с главным героем, который здесь прекрасен. Вот этой челюстью и можно кирпичи разбивать и сшибать автомобили. Вот. Особенно он был хорош, когда он был с бородой. Но вот, к сожалению, большую часть сериала он все-таки ходит бритый. Но все равно очень колоритный персонаж получился, очень жизненный. Он постоянно меняется, за ним интересно следить. Вот. Что можно сказать и обо всех практически остальных героев, то есть вот, есть специально, есть несколько женщин, которые должны портить жизнь персонажу, да, то есть и усложнять ее. Вот. Есть напарник смешной, ну не в смысле, который постоянно строит из себя клоуна, но достаточно веселый персонаж, который тоже, кстати, меняется со своей историей и так далее и тому подобное. Есть злобные злодеи, которые героя постоянно предают, обманывают, хотят ему выстрелить в затылок и так далее и тому подобное. Вот. И есть неторопливое достаточно такое развитие, которое периодически прерывается веселой стрельбой. Вот. Так что я первые 7 серий просто съел, ну не знаю, запоем, и очень мне нравится пока то, что я вижу. Вот именно в том смысле, что это правильно сделано. Я как зритель чувствую, что меня правильно затягивают в эту тему, как бы берут в оборот, стараются меня всячески затащить в историю. Вот, не то что вот в сериале «Лютер», где все было, ну, снято так, как будто, ну вот нас ешь еще и отвали от нас. Вот, нет, здесь все сделано очень классно. Ну, про качество картинки, я имею в виду там каких-то эпизодов Need for Speed'а, ну, погонь на шикарных тачках, стрельбы, вот этого всего, я вообще молчу, ну, потому что это Marvel, и это, соответственно, знак качества. Ну, и надо, конечно, отметить такой незатейливый армейский юморок, который тут периодически проскакивает вот, в диалогах. Все очень здорово, пока получаю удовольствие. Ну, я думаю, большинство из вас этот сериал видели. Вот, кто не видел, вполне достойная работа. К Человекам-паукам, там каким-то Веномам и прочей фигне никакого отношения не имеет. Говорю, по настроению больше напоминает Босха или Сикарио, например. Вот такие вот вещи. Вот, так что, если кто-то не видел, рекомендую сериал «Каратель». Вот, пока все очень хорошо. Продолжим смотреть. Всем добра!